20 февраля в Дворце детского творчества собрались более 100 пионеров для участия в смотре-конкурсе «Бей барабан», чтобы продемонстрировать навыки, полученные за прошедший год. Весь конкурс разделился на 3 этапа. Первыми выступали гарнисты. Им было труднее всего, ведь чтобы играть на этом инструменте, должны быть развиты система дыхания, губной аппарат и сила воли. Проще оказалось тем, у кого за спиной есть обучение в музыкальной школе. Я хотела выбрать что-то музыкальное, играть на что-то, на каком-то любом музыкальном инструменте. И так как гитары не было, я выбрала барабан. А сложные тренировки? Если ты хорошо знаешь марши, то несложно. На самом деле не сильно сложные, все были очень лояльны, и всегда все было по собственному желанию. А еще конкурс демонстрирует работу наставников, старших пионеров, вожатых и советников по воспитанию. В конкурсе «Бей барабан» участвуют только по-настоящему сильные люди, которые готовы к регулярным тренировкам, умеют вовремя собраться и показать себя с лучшей стороны. У нас уже выступили гарнисты и барабанщики-новички. Впервые конкурс был таким масштабным. 5 гарнистов, 30 барабанщиков и 25 знаменных групп. Значит, конкуренция возрастает, а зрителям интересно наблюдать за происходящим. Тяжелее всего было членам жюри. Нужно выбрать тех, кто показал отточенную технику шага, четкие повороты в движении и на месте, ритуал коленопреклонения и синхронность. Очень-очень давно так не переживал, наверное, со студенческих лет. Очень переживал за ребят, и ребята тоже переживали. И вот подошел к концу смотр конкурса знаменных групп, гарнистов и барабанщиков «Бей барабан». Все ребята большие молодцы. До встречи 27 февраля во Дворце детского творчества для подведения итогов.